Привет-привет! Мы с Баксом поздравляем всех наших зрителей с наступающим 8 марта! Девочки, женщины, красавицы наши, мы вам желаем счастья, любви, красоты, нежности, море цветов и, самое главное, исполнения всех желаний. Баксика отпускаем, а сами будем продолжать. Беги, Баксень, спасибо за поздравления. И сегодня у нас будет... я не представилась, меня зовут Лилия Донскова. Сегодня у нас будет очень важная тема, это обзор пустых баночек за прошедший месяц, февраль. Месяц вроде бы был короткий, а баночек очень много. Получилось 32 баночки на 475 баллов по текущему каталогу, 24 360 рублей по ценам каталога и 19 488 рублей по дистрибьюторским ценам. То есть получилось порядка 5000 экономии. И сейчас посмотрим, что мы использовали, и я расскажу, что понравилось, а что не очень понравилось, то, что мы не будем никогда заказывать. Начну с объемного большого геля для душа Тускан, ну, серия Discovery. Мне в принципе очень нравится эта серия, мы постоянно заказываем гели, мыла из этой серии, и объем 750 миллилитров был очень выгодным предложением. Я брала этот гель по распродаже и могу сказать, что однозначно повторила бы этот заказ, особенно по тем же ценам, но, к сожалению, его заказать уже нельзя. Но, может быть, где-то как-то мелькнет в распродаже, тогда обязательно возьмем. Во-первых, гель очень концентрированный, он такой густой, насыщенный, у него обалденно приятный вкус, такой аромат классный, и, конечно, его надолго-надолго хватает. Далее, один раз красила волосы краской, и скоро нужно будет опять повторить. Обожаю краску Oriflame, и, кстати, мой цвет немного отличается от цвета на коробочке, и это нормально, потому что изначальный цвет мой, он темный, и поэтому, естественно, что на каждых волосах краска будет чуть-чуть играть по-другому, особенно это касается светлых оттенков. Краска, я очень довольна, она хорошо увлажняет волосы, напитывает их, щадящая, и красивый цвет получается. Я столько комплиментов получаю, кстати, на видео почему-то камера искажает цвет, и цвет выглядит немного более рыжим, на самом деле он такой красивый, такой медовый прям, знаете, вот в нем нет рыжины такой резкой, я не знаю, почему камера так показывает цвет. Так, витамины wellness pack женские, использовали упаковочку одну, и в следующем каталоге будем заказывать еще много, потому что надо сейчас витаминизироваться активно, потому что в такой период, переход из зимы в весну и в лето, он всегда немножечко коварный для нас, и чтобы организм справился за счет собственных ресурсов, нужно пить витамины, чтобы был крепкий иммунитет. Так, баночка закончилась, омеги-3, дополнительно принимаем омегу, и Миша пил отдельно витамины, астаксантин и омегу, у него было в такой сборной, не wellness pack, хотя мне удобнее брать именно wellness pack, потому что не надо открывать три баночки, набирать витаминки, а открыл пакетик, выпил сразу 4 витаминки и свободен весь день. Так, интимка закончилась. Интимка — это интимный гель для взрослых женщин, когда идет вот эта менопауза. Он неплохой, могу сразу сказать, что он кремообразный, отличается от всех гелей предыдущих, то есть у него такая кремовая текстура, он даже на вид беленький, но мне не понравилось то, что он не устраняет так классно запахи, не нейтрализует их, как вот все остальные гели. Как я это поняла? Обычно, когда я разделываю рыбу или что-то вот такое вот, еда, которая напитывает кожу, там, например, чеснок, лук, порезала, и очень долго запах на коже сохраняется, я всегда просто шла в ванну и интимным гелем активненько намыливала ручки, смывала, никаких запахов абсолютно. С этим такая фишка не прошла, то есть запахи не убирались до конца, все равно оставалось, поэтому это единственный недостаток, который я в нем обнаружила, поэтому я его повторять не буду, потому что мне нравится, чтобы было прям чисто, чисто, чисто и безо всяких но чтобы все было супер. Так, закончился кондиционер мед и молоко, эту серию просто обожаю.
Лучше всего эту серию рекомендовать для тех, у кого сухие волосы, нормальные и сухие, потому что и бывает такое, что вот кожа головы, если зудит, чешется, то тоже круто шампунь и кондиционер брать из медовой серии. Прекрасное увлажнение, напитывает волосы, кожу, то есть убирает все неприятные ощущения, и волосы очень классные становятся. Поэтому я люблю, очень люблю шампунь для восстанавливающий. Вот и серия Hair X, это мой любимый шампунь. Не знаю почему, но вот я люблю именно его, потому что я брала для окрашенных волос, мне сильно утяжеляет волосы, потому что волосы у меня достаточно густые, и этот шампунь, он обволакивает волос, чтобы кота подержала, теперь у меня кое-где волосики эти летают, щекотятся. То есть он обволакивает волосы, и они утяжеляются. Это нормально для профессиональных шампуней. Да, они ухаживающие, они так работают, но все-таки я люблю, когда волосы более легкие и пышные. Поэтому я вот люблю больше всего этот шампунь восстанавливающий, который и ухаживает хорошо за волосами, и увлажняет их, и напитывает, и при этом у меня нет ощущения тяжести. То есть я также 3 дня спокойно хожу с чистой головой, и на 4-й день уже мою голову. Так, маска тоже из этой же серии Hair X, обалденная маска. Мы всегда чередуем, или ее заказываю, или медовую маску. То есть то, что идет по более выгодной цене, то мы и берем. Так, следующее для волос хочу все показать. Это масло Элио для того, чтобы убрать сухость, увлажнить волосы, блеск волосам придает, шикарно расчесываются. Также классно сушить именно с этим маслом. Я мою голову и наношу его прямо уже на слегка подсушенные полотенцем волосы. Можно также и на сухие наносить, но просто так как я сушу феном, масло дает дополнительную защиту от сушки, ну, от того, чтобы волосы не ломались. И про это масло могу просто петь легенды, сочинять песни. У меня взяла недавно клиентка это масло, первый раз. Она его заметила в каталоге, говорит, закажи, попробуй, что это такое. Я говорю, ну, мне нравится, классная штука. И она теперь такая восторженная, говорит, почему я раньше не знала, что бывают такие масла. А у нее длинные волосы где-то вот так до лопаток. И она уже взрослая, то есть волосы седые, они жесткие, грубые, ломкие. И, ну, она их красит. Все равно, и она говорит, слушай, какой кайф, это, говорит, вообще просто супер. Поэтому вот рекомендуйте смело. Это масло у нас дома всегда есть, у меня его большой очень расход, потому что если кто-то смотрит регулярно видео, то увидит, что в каждом обзоре 1-2 масла, потому что Миша пользуется, Лера пользуется, я пользуюсь, настрою, и вот за месяц 1-2 пузыречка у нас испаряются. Так, дальше. Так, вот wellness увидела. Что такое wellness? Это наш иммунитет, это наше здоровье, это красота. Многие пишут, как вам удается так хорошо выглядеть. Вот смотрите, ребят, все просто. Wellness плюс Novage, все. Ни косметологов, ничего другого в моей жизни нет. Обычная жизнь. Я не могу сказать, что у меня там супер-мега здоровое питание. Я также люблю и картошечку жареную полопать, порой и пиццу, то есть и выпечку. Да, мы не совсем ПП, но стараемся все же более как бы придерживаться это, но в основном это wellness и novage, вот и все, вот и весь рецепт. Ну и, конечно, высыпаться нужно девушкам особенно. Это Мишина мультивитамины, тут была целая баночка, 60 витаминок, поэтому ему хватило на 2 месяца. А это тот самый астаксантин. У меня, кстати, всегда дома в запасах есть баночка астаксантина для того, чтобы если вдруг, хотя, конечно, Oriflame говорит, что это не лечебное, wellness не лечит, но я-то знаю, что это очень классно подстегивает иммунитет. Если мы чувствуем, что вдруг переохладились, да, чувствуется, когда начинаешь заболевать, в носу щекотит, горлышко как-то дерет, то есть мы сразу чувствуем первые симптомы, что подхватили какой-то вирус или просто переохладились, и иммунитет, да, как бы там в шоке. Просто надо выпить несколько штучек, я там 4-5 выпиваю, еще чайку горяченького, чтобы согреться, в теплый пледик завернулась, то есть поспать пару часиков, и все, и как новенькая. Но это, опять же, у меня это работает, у моих, да, близких это работает.
я не знаю, я не говорю, что это панацея прям от всех болезней, но мы всегда держим это на чеку, потому что знаем, что у нас это работает классно. Так, дальше. Это просто прелесть. Это крем для душа с черникой, который был у нас в новогодней коллекции. К сожалению, его заказать уже нельзя, но если когда-то он будет, обязательно закажу. Обалденный аромат черникой, пахнет очень вкусно, и это крем для душа, поэтому он классно увлажняет сразу кожу, и ощущения невероятные. Я буду по нему скучать. Я, кстати, себе брала несколько штук в запас, прям наборчиков с кремами. Знаете, у меня их все расхватали, все выпросили, подружки пришли домой, раздербанили у меня все запасы к праздникам и унесли все, только то, чем я уже пользовалась, то у меня и осталось. Я думала, что я успею еще заказать, но не успела, к сожалению. Это пробничек нового крема, новой тональной основы Everlasting Sync. Обалденный тон, очень рекомендую, потому что я его потестировала с пробника, потом мы делали тест-драйв всех 10 оттенков, у меня, кстати, на канале есть это видео. Тон шикарный, вот она настолько умненькая, эта тональная основа, подстраивается под цвет кожи, под состояние кожи, лежит шикарно, она стойкая, с высоким SPF фактором, на лето самое прям то, что нужно, очень рекомендую, прям смело заказывайте. Закончилось жидкое мыло. У нас, кстати, в семье я больше люблю жидкое мыло, Миша с Лерой кусочками мыла, и я всегда беру жидкое мыло. Это было с мультифруктами, обалденное, вкусное, такое концентрированное, классно пахнет, и если будет еще такое мыло, обязательно тоже повторю. Хороший продукт. Так, это масло Swedish Spa. Очень надолго мне его хватило, могу сказать, какие ощущения. Его когда наносишь на кожу, то есть это масло для купания, его наносишь на мокрую кожу, и оно сразу становится беленьким, работает как гидрофильное масло, только гидрофильное мы наносим на сухую кожу и потом вводим воду, а здесь мы в душе на влажную кожу наносим его, и оно становится сразу беленьким. По ощущениям, конечно, вот чтобы отмыться, вот чтобы кожа скрипела, с ним так не получится, потому что оно увлажняет, напитывает кожу. И я его использовала просто вот каждый день, когда просто надо было, ну, смыть себя весь день и просто увлажнить кожу. Конечно, оно необычно, оно кайфовое, но непривычно, потому что более привычно, когда все это пенится, потом все скрипит, сухо, хочется увлажнить. После него сразу кожа мягкая, очень нежная и напитанная. Вот. И буду ли я его заказывать? Пока нет, потому что я его получила по акции еще. Две штуки у меня, два набора, такое масло и масло для тела, поэтому мне хватит его еще надолго. А так, в принципе, для разнообразия, конечно, нужно заказать. О, что я вижу, еще одна баночка астаксантина, как я говорила, что мы его любим, и даже когда я чувствую себя не очень хорошо, я просто лучше выпью две капсулки, чтобы поднять жизненный тонус. Так, эта дочка отдала. Это гель для умывания лайм и чайное дерево. Вот она сейчас им в основном всегда пользуется. Ей очень оно нравится. Оно даже мне нравится. Я иногда его просто, знаете, как для разнообразия. Хочется же все время что-то новенького. И я иногда раз и ему моюсь тоже. Ну, так прикольно. Пахнет очень вкусно. Но оно очень хорошо очищает кожу. И при этом классно подходит для обладательниц кожи, которая склонна к жирности, к проблемам, то есть если есть высыпание на лице, то есть кожа склонна к воспалениям, то, конечно, вот оно хорошо как для профилактики, чтобы снять воспаление, смягчить все это. Если у вас кожа сухая, то он пересушит, лучше не нужно, будет немножко как бы некомфортно. Крем для рук, это не мой, это дочка отдала, использовала на 100%, то есть идет, да, такая, разрезали, как очень густой крем, серия Loving Care с миндалем, пахнет очень вкусно, он наш любимчик, и он, его невозможно закончить до конца, потому что настолько он густой, что его невозможно выдавить, поэтому приходится разрезать крышечку, и там его очень много еще остается. Но несмотря на то, что он густой, он хорошо впитывается, и после него нет такого вот, что липкость.
И это мне очень нравится, поэтому мы его всегда берем, и классный объем. Видите, какой он здоровенький такой, что его надолго-надолго хватает. Наш любимый шампунь, особенно его любит Миша, я тоже люблю. После него ощущение такой чистоты, волосы прям скрипят, они такие пышные. Это яблоко и бамбук, серия Love Nature. Очень рекомендую. У меня есть клиентка одна, она капризная, и просто как бы абы что ей не подойдет. И очень часто бывает, что она что-то заказывает, говорит, блин, мне не понравилось, мне не подошло, отдала маме. И я сейчас такие вещи с ней практикую, я ей даю продукт, говорю, пробуешь, если не нравится, просто мне возвращаешь, потому что мы все равно пользуемся. Я говорю, если нравится, оставляешь себе. Дала ей этот шампунь попробовать, она говорит, обалденно подошел, слушай, классный шампунь, и при этом такой недорогой, то есть доступная очень на него цена. Так, что здесь еще вкусненького? Эта дочка отдала крем с папайей, кстати, очень хороший крем, пахнет вкусно, вкусно. Он будет в 4-м каталоге во вкладыше по очень выгодной цене, тоже возьму обязательно. У меня одна клиентка на нем прям сидит плотненько и уже мне говорит, слушай, если он будет как-нибудь, мне еще закажи. Обязательно закажу, увидите, в моем заказе они будут. И он такой приятный, он нежненький. Конечно, он не борется с морщинами, то есть не надо ждать от таких кремов, что они там сотрут морщины, но он хорошо напитает, он увлажнит, он не жирнит кожу, он очень хорошо идет под тональную основу. Легкий, хороший дневной крем, и при этом обалденный аромат. Вот эта экзотика, кто меня часто смотрит, знает, что я люблю экзотические фрукты, экзотические ароматы. Как я и говорила, масло 2. И если говорить о том, какое мне больше нравится, то я больше люблю синее. Это ночное масло Элио, но я его не наношу на ночь. Я его наношу также утром, потому что я не люблю голову мыть на ночь. Я его мою только с утра. С утра делаю укладку, да, там все. И все, уже весь день нарядная. Я больше люблю его, не знаю почему, мне больше нравится аромат. Он, это масло богаче по составу, чем желтое. Мне больше нравится эффект, волосы более гладкие и легче расчесываются, поэтому я его, конечно, выбираю, он у меня номер один. Так, у меня кое-что закончилось из Novage. Это еще из старой коллекции крем, я брала в запас несколько таких кремов, когда их сняли с производства и поменяли серию на Wrinkle Power. Я поняла, что я хочу такие крема. У меня еще один, кстати, есть, я его тоже открою скоро на лето или в дорогу. Я люблю вот тюбики, не знаю почему-то, мне кажется, что это более эстетично, менее, как сказать, как же это слово, когда пальцем в банку, потому что я не люблю лопаточкой, я все равно делаю это пальцем, и не знаю, все так делают или нет, понимаю, что это неправильно, надо лопаточкой пользоваться, но я так не люблю, поэтому я обожаю крема вот именно в тюбиках и также для глаз. И он мне очень нравится, он легкий, такой невесомый, но, к сожалению, заказать его тоже уже нельзя, поэтому я его отставляю в сторону и показываю тот самый Wrinkle Power Экологен Novage для глаз. Он с дозатором, он очень крутой, этот крем, он стирает морщинки, убирает отеки, включает глазки, они просто такие становятся молодые, задорные. Сейчас просто открыла крем Королевский бархат, и, как говорится, все познается в сравнении. Когда привыкаешь к хорошему, а к хорошему привыкаешь быстро, то уже не понимаешь, что насколько он хорош. И вот если сравнить с Королевским бархатом, то тот прям крем-крем, он такой густой, его прям еле-еле свести по коже. Он классный, он питает, вот я сейчас им пользуюсь, он питает, он хорошо впитывается, он мне не мешает ничего, но этот намного круче, но он и стоит почти в 3 раза дороже, да, поэтому как бы, ну, я, конечно, выберу его и буду каждый раз выбирать, потому что мне нравится эффект, он реально вот прям стирает морщинки, их становится не видно. Ой, сколько здесь всего, даже Миша наконец-то поделился своими баночками. У него закончилась туалетная вода, она без надписи, но это Manful, ее уже нельзя купить, такая у него крышечка. Как я люблю этот аромат. Вот не поверите, у меня в запасе стоит целый флакон, но я его оставлю на зиму, потому что аромат такой сладенький. Ой, я прям его понюхала, у меня аж слюни. Он просто обалденный, сексуальный, мужчину хочется съесть, вот просто. Я не знаю, почему его сняли с производства, это вот аромат просто суперский. И
вот до последней капли он его использовал, но я, у меня есть запас. Так, у меня закончилась пудра The One. По-моему, сейчас этой пудры нет в продаже. Очень жаль, потому что это одна из лучших рассыпчатых пудр, которой я пользовалась в своей жизни. Она очень удобная, у нее есть тут дырочки, и можно переклеить и оставить, например, какую-то часть, например, 3-4 дырочки открытые, и высыпать вот так вот в крышечку и брать с крышечки кистью. Потому что если перевернуть всю со всеми дырочками, это было, конечно, ужасно. Она вся просто высыпается, не знаешь, что с ней делать. Так вот, пудру, к сожалению, купить нельзя, но она очень классная. Если где-то увидите в распродаже, смело берите, она невероятно крутая. О боже, опять два флакона масла чайного дерева. Куда мы его деваем? В основном расходует его дочка. У нее видно гормональные какие-то изменения, и прыщики достают ее и на лице. На лице их немного, но есть на спине. И вот она мажется этим маслом, оно хорошо помогает снять воспаление, убрать его. И оно очень хорошо раны заживляющее, против ожогов. То есть у нас дома всегда есть масло чайного дерева, мы его просто очень любим. А как его еще можно использовать, посмотрите в интернете, вот масло чайного дерева и рекомендации. Закончился последний карандаш, и я теперь не знаю, как дальше жить. Это контур The One из прошлой коллекции для губ. Забыла, какой цвет, вот тут прям капелька осталась, но он уже вываливается, я его уже не могу использовать. Не помню, как называется, 314-34. Вот если когда-нибудь он мелькнет в распродаже где-то, я, наверное, штук 10 сразу возьму. Конечно, всю жизнь не запасешься, но то, что сейчас заменили новую серию, сделали контуры по качеству также прекрасны, никаких претензий нет, но цвета моего нет, и я не знаю, что я теперь буду делать. Я мешаю два контура, но это все равно это не то получается. Я вчера зашла в Магнит Косметикс, посмотрела карандаши, те, которые на тестер-стенде, то есть которые можно подегустировать. Это какой-то кошмар. Я их даже по руке не смогла свести, просто не смогла. Я вытерла там стерженек, поточила, попробовала на губах, он вообще не рисует. Я в ужасе, я не знаю, что делать. Наверное, придется искать какой-то, ну, дорогой карандаш, потому что в Oriflame сейчас нет такого цвета, который подойдет под теплые, не такие нейтральные оттенки помад. Так, эта дочка отдала, как же он называется, глистер, по-моему, лак с блестками, обалденно классный. Он очень дорого стоил по сравнению с другими лаками, чуть ли не в два раза дороже, но он того стоил, потому что это так красиво, вот эти все микрочастички переливаются, и его можно отдельно без лака носить, на лак сверху. Вау, какая классная штука. Вот тоже у меня прям, можно сказать, траур, потому что закончился последний мой из запаса BB бальзам для губ. Я его вымазала буквально прям до конца практически, как он вкусно пахнет клубникой. Если сравнивать с новинкой CC бальзам для губ, то CC бальзам просто стоит в сторонке и нервно курит, потому что у него нет таких приятных качеств, он все-таки какой-то более плотный, у него аромат такой, знаете, который надоедает. То есть если вначале он мне показался прикольным, но когда им попользовалась несколько дней, он мне просто поднадоел, и я им не хочу пользоваться. При этом он делает какое-то плотное нанесение, а у этого такое легкое нанесение было. У меня большая просьба просто вернуть это назад. И опять же, если будет когда-то в распродаже, я его возьму, тоже несколько штук, потому что это лучшее средство для губ, которое я когда-либо использовала. Мне, конечно, очень нравятся вот эти детские бальзамчики, но я понимаю, что это детское, и в них нет таких вот наборов качеств, которые есть в этом. А все-таки для взрослой женщины очень важно, чтобы средство было не просто миленькое и вкусно пахло, а чтобы оно было эффективным. Так вот, я за этот бальзам просто горой бы стояла, чтобы его вернули. Так, нашла старый карандаш, даже не просто, сейчас разбираюсь, некоторые вещи перебираю, надо что-то выкинуть, что-то раздать в связи с переездом ближущимся. И нашла карандаш к серии еще Very Me. Конечно, им уже нельзя пользоваться, потому что он старенький, но вот завалялся как-то в стаканчике, его нашла. Так,
Это стойкие матовые тени для глаз. Использовала их до последней капли, даже вынимала вот этот блок, который помогает снять излишки, чтобы кисточка не была переполнена, даже его вынимала, чтобы использовать до конца. Это обалденные тени для глаз. Во-первых, это классная база под сухие тени. Во-вторых, это чудесный матовый макияж, если хочется сделать прям матовый-матовый, стойкий, особенно у кого жирные веки, это супер штука. И пока еще можно заказать, он еще есть в каталогах, заказывайте смело, там всего три оттенка, но они все классные, просто супер. И последнее, прям под резиночкой, как деньги, да, складывают под резиночку, старая тоже упаковка еще. Это набор теней для бровей. Сломалась крышечка, кстати, крышечки у них легко ломаются, и в неопытных руках у меня просто кто-то взял посмотреть, и тут же, ой, сломали крышечку. У меня, кстати, я никогда не ломала их, просто нужно аккуратно пользоваться. Это тени для бровей, тут еще есть тайная шкатулочка с кисточками, обалденные тени. Вот я ими сейчас в основном всегда пользуюсь, но мне подходит сейчас только средний оттенок, то есть самый темный не подходит, и я эти выкидываю, потому что так получилось, что у дочки закончились такие, но она использует только темный, и она мне отдала полный светлый. Я думаю, что я буду мучиться с этой старой коробочкой, я ее просто выкину и буду использовать тот светлый оттенок, который мне отдала дочка. Он прям новенький. Так, вот все, пустая сумочка. Слушайте, сколько за один месяц баночек, вы только представьте, что это в каждой семье это происходит однозначно, в большей или в меньшей степени. Каждый человек моется, красится, пользуется ароматами, пользуется средствами уходовыми. Ребята, вы только подумайте, что если вы в каждую семью отдадите каталог и научите людей подбирать продукцию по каталогу, сколько у вас будет клиентов, сколько у вас будет огромное количество заказов. То есть то, что вы будете в премьер-клубе, это гарантированно. И я вам рекомендую, чтобы вы на, как говорится, на своем примере попробуйте складывать за месяц баночки и посчитайте, сколько вы расходуете. И тоже напишите в комментариях, сколько у вас идет вот такой расход, сколько по деньгам вы экономите. И это вас вдохновит на то, чтобы активнее работать с клиентами. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Если видео полезное, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И если у вас нет еще до сих пор скидки в Oriflame, оформляйте себе дисконт прямо по ссылке под этим видео в описании. А с вами была Лилия Донскова. Еще раз всех с наступающим праздником. Желаю вам счастья, 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 счастья и любви. И до новых встреч. Пока-пока. Все.